20 марта в Большом зале «Уникс» прошел очередной концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна». На сцене представили свои красочные номера студенты Института управления экономики и финансов, а также студенты Института математики и механики имени Лобачевского. У каждого института была своя идея подачи номеров. Первыми на сцену вышли математики и механики. Они четко выразили главную мысль своего выступления – ценить родину, заботиться о ней и поддерживать ее благосостояние. ИОФ изобразил студента в образе пассажира, который только начинает свой путь, и впереди его ждут большие перспективы. Это не последний концерт студенческой весны. Впереди нас еще ждут выступления Елабужского института и Набережно-Челнинского института КФУ. Аделина Ахмадиева, Универньюз.